Добрый день. Да. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Так, слушаю. Говорите. Я хотела спросить, лучше трехтомник подарить ему или к истинному православию? Что будет правильнее? Я не понял, что это выбираете, в каком смысле? Я вам сейчас отправила видео с Евгением Ильичем. Видели? Ну, то и другое, а оно одно другое дополняет. А сначала что посоветовать ему прочитать? Если вы, да, конечно, к истинному православию, иначе то да, дорого слишком. Только дороговизны. Там они просто прочитать могут. И вот сказали, что там подарили-то. Ну, на время дай посчитать. Дарить не дари. Скажи, я даю на неделю, если вы считать будете, никуда не девать. Если попросят, дальше можно говорить, и для них еще не стоит заплатить ее стоимость. У них все деньги есть. Тогда человек ценит. А так он копейки не стоит, вышвырнул и все. А мы тут бьемся, как рыба об лед. Да. На время дать и вернуть. И покажи, скажи, пальцы не слюнявить. Как передвигать, да, страницы не ломать. Ну, то есть, как это слово-то сказать. Они уверены, что мы ценим это сокровище. Хорошо, хорошо. Я даже не подумала об этом. Я думала, что именно подарить. Нет, не надо дарить. Не надо дарить. Они богатые. Они могут все купить. Вы их подбиваете к тому, чтобы они немного помогли нам деньгами-то. Сейчас я готовлюсь к истинному православию. Оно будет у нас намного больше, эта книга. А проповеди в стихах все уже получили все вчера. А там всего 500 экземпляров. Это только уж для любителей там таких поэзии. Так я сюда пришло 9. Из 9 ни один не проданный, а только подарить пришлось. Кто-то участвовал, кто-то корректировал, кто-то слишком близкий. Ну вот, цена известная. Они тратят везде. Смотри, как одеваются, как едят. Они за день съедают то, что я за месяц не съем. Да, это так. Ну-ка, меня интересует больше собачка. Как она вас встретила? Игнат Тихонович, я видео сняла, но я вам не знаю, отправлять или нет. Он лежал в будке. Я пришла, он голову поднял, посмотрел на меня. Я руку положила, он начал руку облизывать. Я опять голову опустил. То есть он истощенный был. Ну, слабенький. А потом он уже начал хвостом ходить, 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 и уже как-то играть начал. Так его что, не кормили, что ли? Или не ел? Кормили, мало кушал и скучал. Ну, это понятно. Я держал всегда собак и знаю как. Они очень готовы жизнь отдать за человека. Да. Ну, теперь поправляется, да? Я-то думала, сейчас он прыгнет. А он мне как-то вот голову поднял, облизал руку и опустил. И как-то потом пошел. Все хорошо, ладно. Ну и что сказать? Да. Вы все рассказали, как было. И в каком состоянии они о вас думают, что? Пускай так и думают. Хорошо. Чтобы вас никто не трогал. У меня тут осталось еще сколько там? 5 человек, кажется. Уезжает к воскресенью. Тяжело расставаться. Ну, мы одни остаемся, а работы много. Я-то сейчас там почти не выхожу. Вот эти, которые Стукаловы, Геннадий и Наталья, она на кухне все время. Сегодня до обеда была экскурсия, я их водил везде, показывал. Там не выскажешь, как благодарны. Да, она... хорошая сестра. Ну, и такая очень интересная хорошая была. Я ее завел туда, куда не заводил никого. Там у меня трехэтажное здание, здесь рядом, за колодцем, балерина. Ну, и прошли там на Симаковский пруд. Прошли, где у нас садок был в лагере. Ну, так хорошо. Так хорошо, да. Ну что, какие вопросы вас волнуют? Больше нет вопросов. Я спросила, что надо было. Фотографии жду.
Я Владимира Павловича попрошу, чтобы он оделся в свою форму, дам ему в руки трехтомник, чтобы... дам ему в руки по православию, и будем фотографироваться. И второй генерал, который чтобы оделся при всех орденах, чтобы погоны было видно. Скажите, это очень хорошо. Важно, люди будут брать пример. Мы нигде не напишем хорошо. Плохих подписей, ничего этого не будет. Если что, хорошо. Это может даже быть потом. Мы же книгу издаем, ищем хорошие фотографии. У вас что будет появляться такое, все мне присылайте, мы будем смотреть. Ну, если ничего, я отхожу. Да, с Богом. Рад благодарю. Слава Христу.